Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. Сегодня стартовала уже вторая смена. В отряде «Дружные ребята» на базе дневного лагеря «Радуга» более 30 мальчишек и девчонок из нескольких видновских школ. Всем по 7-8 лет, многие из них в лагере впервые, и планы грандиозные. Надеюсь, что здесь будет весело, и мне надолго запомнится это время. Я хочу отпраздновать очень хорошо свой день рождения и очень хорошо побыть в лагере. Веселиться, танцевать, радоваться, играть и петь песни. Весело будет обязательно и еще очень интересно. Распорядок дня ребятам подготовили насыщенный. Каждый день у них тематический, каждый день посвящен определенной теме. Их ожидают и интеллектуальные конкурсы, викторины, и спортивные соревнования, и лидерские конкурсы, в которых мы предполагаем выделить, чтобы дети проявили какие-то лидерские свои таланты. А также разнообразные творческие мастерские, квесты, спортивная игра «Зорница». И все это, конечно же, на свежем воздухе. Будут ребята и путешествовать, в планах культурные мероприятия видно. А в конце смены выберут королеву лагеря. Вожатые обещают, времени на гаджеты просто не останется. Мы не запрещаем телефоны, но мы все-таки хотим, чтобы они именно общались друг с другом. Гаджеты мы отодвинем на второй план. Завершится вторая смена 29 июля. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.